И привет, холопы! С вами Ширина Слуга Оресава. И февраль богат на аниме, но в принципе сам месяц меньше, чем все остальные, так что не особо удивительно. Вчера, кстати, был день рождения девушки, которая лично для меня является богиней Юри Элука. А теперь перейдем к тому, что же нас ждет в этом месяце, в следующем. Мне нужна доза в пару серий. Быть в ужастиках, комедиях, гареме. Вернуться в школу, снова влюбиться. Попасть в волшебный игровой мир. Я так устал, все время злиться. Почти забыл, как любил. Дайте мне аниме миллион серий, чтоб я до самой смерти не вылазил из постели. И в тетради смерти я б не написал ни слова, чтобы не видеть грусть, не видеть слезы снова. И я почти ослеп, а вижу боль, любовь и сиськи. И в конце сам стану аниме. Начинается наш месяц с «Убийцы гоблинов. Корона гоблина». Это будет полуметражка, и я искренне не жду от нее ничего особо крутого. Ну, типа, сериал уже задал планку. Но в связи с тем, что я уже начала смотреть сериал, то ждем и само аниме. Следом у нас идет 2 февраля. «Хорошенькое лекарство. Исцеление добром». Вот это у нас уже сериал. 7 февраля. Хентай, добро пожаловать во дворец мистических куртизанок. Это будет адаптация Дадзинси, состоящая из нескольких историй. Первая повествует о демонических близняшках-куртизанках Мари и Юре. Эх, вот бы какой-нибудь из тех Дадзинси, которые я люблю, экранизировали. На 7 февраля запланировано сразу несколько аниме. Но, во-первых, это хентай. Братику всегда трудно с астмой. Это будет аниме про парня, который как раз-таки буллен астмой, и его 4 младшие сестрички Сора, Аканы, Кахаку и Соя по очереди каждый день спали с ним, чтобы следить за его состоянием. Шли годы, и наши герои стали совсем взрослыми. Но ежедневный ритуал так и остался, и каждый день одна из сестер оставалась с ним на ночь. Родители были серьезно обеспокоены состоянием сына и решили применить современный метод лечения всех болезней – обнимашки. Теперь каждая из сестер не только просто спит рядом с братиком, но и обнимает его во сне, и даже иногда трахается с ним, чтобы как можно сильнее увеличить лечебный эффект. Что я могу сказать? Мне кажется, тут вот инцест – довольно дело семейное. «Певчая птица крыльями не машет». Это жесткая и откровенная история о мире якудза. Мод группировки из Сенсекай по имени Ясера мастерски справляется с криминальным бизнесом, однако с самим собой совладать не в состоянии. Он мазохист с крайне извращенными наклонностями. Конечно, Ясера не сам по себе дошел до такой жизни, но сколь нездоровыми не были бы его пристрастия, у него тоже есть принципы. Например, он решил не вступать в отношения с своим прямым подчиненным. Однако, все его правила начинают потихоньку давать трещину, когда в его окружении появляется новый телохранитель – Тихара Домеки, прошлое которого тоже полно тайн и страданий. Их неодолимо тянет друг к другу. Одиноких людей, чьи искаженные сердца, как птицы, заперты в клетке, крылья их давно подрезаны и никакого шанса на свободу. Ах, знаете, вроде еще най, а вроде и звучит заманчиво. Лично я гляну, все равно это всего лишь фильм. На 21 февраля у нас несколько анимешек. «Гантман. Возвращение Джи». Фильм 2. И «Лучшая в мире первая любовь 2». Предложение, господи. Это будет фильм. Ой, господи, вроде это и не «Судья 1», вроде как. Но я все равно глубоко огорчен и разочарован. «Приключения дигимонов. Последняя эволюция». Это опять же фильм. «Кошачья японская история», фильм «Рём путешествует во времени». Выйдет уже на следующий день, 22 февраля, тоже фильм, длится будет 2 часа. Лично я бы хотела посмотреть про котиков. Спешл. Запланировано 27 февраля. «Девушки и танки. Война Тяяки». Закрыты в рамках. Геном. Прямая трансляция. Узлы воспоминаний. Это будет ОВА. 28 февраля. «Марка и галактический дракон». ОВА. Следом у нас идет аниме, чье название перевести чертовски трудно. Я смогла только в начало Симадзиры и Сора. И Тобуфан какой-то. Фиг его знает. В этот же день. Тенти лишний. Рёки 5. Это будет ОВА на 30 минут. Ну, и аниме, которое заканчивает этот месяц вроде как. Это будет «Белый ящик». Полуметражка. На данный момент сериал я только начала смотреть, но... фильм я тоже буду ждать. Вы не поверите, но на этом действительно все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и всем пока!